Накануне свой юбилей отметил Аркадий Манджиев. Композитору, заслуженному деятелю искусств Калмыкии и герою Калмыкии исполнилось 60 лет. Аркадий Манджиев работает в разных жанрах. Он является автором песен, мюзиклов, музыки для инструментальных оркестров и спектаклей, симфоний и других произведений. Маэстро написал музыку гимну Калмыкии. Песни Аркадия Манджиева любят люди разных поколений. Они трогают душу своей искренностью. Своему юбилею композитор посвятил фестиваль «Жизнь и река». Все концерты прошли при полном аншлаге.